Меня зовут Руслан, я с Российской Федерации, проживающий в Белгородской области, поселок Красный Яр. Чем вы занимались вечером 11 ноября? Перебросом материала с Российской Федерации на Украину, также с Украины на Россию. Вам известно, что это были за товары? Нет. Вы действовали один? Нет, там было шестеро. Я видел 6 человек. Чем вы занимались в составе этой группы? Расчисткой дороги и смотреть, контролировать за дорогой. Что произошло после того, как автомобили были перемещены на территорию Украины? Мы прыгнули рядом с водителем и начали выезжать.